Всем привет! Сегодня я бы хотела поделиться с вами небольшим апдейтом о том, как прошли мои послесоревновательные дни. Я уверена, что те, кто наблюдал за моей подготовкой, задавались вопросом, а что же происходит после соревнований, и сегодня я хочу вам об этом рассказать. И если вам интересно, то оставайтесь смотреть и поехали! С момента моих соревнований прошло уже 2 месяца, и те, кто наблюдал за роликами, за моей подготовкой, наверняка знают, что подготовка у меня была довольно-таки экстренная, в ускоренном режиме. Я готовилась всего лишь 2 месяца. И, как я и говорила, как я и ожидала, самое сложное было для меня это выйти из соревновательной диеты. Ну, сложно в каком плане? Просто мне было вернуться к моему нормальному питанию. Я вернулась, наверное, к своему питанию через неделю или даже через 2. А нужно было в идеале все это делать в 2 раза дольше, чем занимала сама подготовка. И, естественно, все это сказалось на моем теле не самым лучшим образом. Меня раздуло, как будто я резиновый шарик. Меня просто залило водой. Мне стало даже тяжело в какой-то степени двигаться, мне стало тяжело заниматься. Я очень сильно почувствовала на себе проблемы с растяжкой, потому что если раньше, допустим, я садилась практически на продольный шпагат, то после того, как мое тело все залило водой, до пола на шпагат мне оставалось, наверное, 40 сантиметров как минимум. Мне стало больно растягиваться, мне стало очень-очень неприятно, и я сначала даже не совсем понимала, что со мной происходит. И, в общем-то, после того, как меня залило водой, в таком состоянии я находилась, наверное, месяц. Я увидела, что цифра на весах выросла на 7 килограмм. Для меня это была просто страшная цифра. Я видела, что я набрала не жир, но я увидела буквально, как все мои рельефы, которые у меня были на соревнованиях, испарились. И тело, в общем-то, набрало воду, может быть, какой-то, да, процент жира, конечно, набрало обратно. Для меня это был шок, прежде всего, психологический. Не могла привыкнуть к своему новому отражению в зеркале. Я себе не нравилась. Наверное, только сейчас, уже 2 месяца спустя, я снова стала чувствовать себя комфортно. Я чувствую себя более-менее в своей тарелке. Второй момент, который хотелось бы отметить, после соревнований у меня не появилось никакого отвращения к тренировкам. Я все так же продолжаю ходить в спортзал, заниматься мне не надоело, а даже наоборот. Сейчас, когда я уже вижу, что мое тело меняется, мне хочется заниматься все больше и больше. У меня также появились абсолютно новые ощущения в моем теле, которых я раньше также не испытывала никогда. Это такой мышечный памп. После определенных упражнений ты чувствуешь определенную мышцу, проработанную, которая находилась в работе. И до этого у меня этих ощущений не было. После соревнований они каким-то волшебным образом появились, и я сначала не могла понять, что происходит, потому что после каждого упражнения, после каждого подхода я прямо чувствовала именно те группы мышц, которые я прорабатывала, у меня появлялось какое-то жжение. Но, как оказалось, это признак очень и очень положительный, то есть это означает, что у меня наладилась связь мозг-мышца, и теперь я уже, в принципе, на каждой своей тренировке чувствую те мышцы, которые я прорабатываю. Еще один очень хороший момент – это то, что сейчас, когда я кушаю хорошо, когда я наконец-таки кушаю углеводы, жиры, я замечаю, что на тренировках сил у меня прибавляется просто неимоверное количество. Сейчас я уже делаю на приседе 65 паундов, на становой тяге я делаю уже 95 паундов. Цифры небольшие, но по сравнению с тем, что было 1,5 года назад, для меня это большой прогресс. Сейчас, на данный момент, моя цель – это набор мышечной массы, как я и говорила, и я обязательно планирую поучаствовать в соревнованиях еще раз, и, возможно, даже не один раз,
но я знаю, что я могу сделать свою форму намного лучше, и поэтому на данный момент буду работать как раз таки над этим. Начало положено, старт дан, и я бесконечно благодарна Егору за то, что он подтолкнул меня к участию к этим соревнованиям. Я бесконечно рада тому, что я решилась на этот шаг, и соревнования, конечно, дали мне огромный опыт, и прежде всего, что мне сейчас помогает, это то, что я стала понимать намного лучше, как работает мое тело, как влияет еда на мое тело. Я только-только в начале своего пути, я начинаю только все это изучать. Дальше будет еще интереснее, много всего предстоит узнать, попробовать на себе. Я думаю, что в целом мои постсоревновательные будни прошли более-менее гладко. Все вернулось на круги своя. У меня восстановился мой цикл, чему я тоже очень рада. И сейчас я уже иду дальше к новым целям. И очень много видео уже было снято о том, насколько спорт влияет на жизнь, насколько спорт помогает не только делает вас лучше физически, но и делает лучше вас духовно. Он вас очень и очень сильно развивает. Поэтому я уверена, что все, кто смотрит канал Егора, уже об этом знают, и все ходят в тренажерные залы. Я вам всем желаю сухой мышечной массы, побольше эффективных тренировок. Не пропускайте свои тренировки, наслаждайтесь ими, живите полной жизнью. И я надеюсь, до встречи. Пока-пока.